утро всем. Сегодня 5 января. Уехал за 20 километров от Екатеринбурга. Вот такие у нас есть места. Дорога в поселок Мурзинка. Там такой вид утренний. Классно. Дорога, правда, трясет, но... Вид такой прям сосны, красота. Все белое, ветра нет. Весь лес какой-то в тропках, в снегоходных этих, как его, полосочках, ну, снегоходные следы. Вот она, Мурзинка. Бачки стоят. Так, меня машина ждет. Вон. Красота. Отработал, ребята, на Мурзинке. Время уже 4 часа. Сейчас на Среднеуральск до Игоря, она заправится. И вперед. Снимать не особо было разрешено. Но хотел поснимать там красивые домики, да. Красиво все сделано, но нельзя. Так что едем дальше на завод. Чистить территорию. Заправка. Заправка летит, я уж показывал. Вот собака прибежала. Уже минут 20 сидит, смотрит, как я работаю. Как будет в дождик летом, этого я вот предсказать не могу. Так что вот так, ребят. Может быть, еще старые, еще у меня остались линзы. Ой, не линзы, а отражатели. А в них поставлю дорогущие линзы. Еще так попробую, может быть. Чтоб как вот у автомобиля прям вот точь-в-точь хочу сделать. Добиться такого света. Дальше посмотрим. Пока работаем, пока он даже крылья некогда поставить. Работы на неделю вперед записано. Народ звонит и звонит. Так что новогодние праздники я провожу за рулем. Еще половина не разъехали, стоят.
половина уже уехала. Как сделать много снегу? Да, и куча, чтобы была маленькая. Ну, в смысле, уместить много снегу. Вот видите, куча здоровая. Я потом больше и больше там здесь раз обрезал ее и сюда сместил. То есть, если маленькая кучка, она вот такая будет, то есть вот пространство занимать вот до этих щелей, то есть она вот такая будет. А я сейчас вот так обрежу ее, и уже смотрите, сколько накопилось снега. Ну, чтобы понятнее было, вот из-за кучи выезжаем. Видите, обрезанная. Сколько она уже? Метра три пространство уже съедает. Ну и как вон та куча, тоже умеете. Тоже здоровенная была. Так, откроем. Она вот такая была. Вот сюда аж. Так. Я ее половину срезал и сюда переложил. Она получился квадрат и вместительная. Так что кому-то на вооружение смотреть. Делается. Потому что, ну, щебень, когда это, можно кучу большую сделать, заехать. Ну, на снег ты не заедешь, кучу большую не сделаешь, не завезешь туда. А этот только срезать. То есть кучу большую делать, срезай, перемещай и дальше ложи. Так, всем привет! Сегодня 6 января. Ребят, помните, я уже на лед выезжал, было у меня видео. Я еще на МТЗ тогда успел на Володином поработать. И вот я приехал, смотрите, что у нас. Все вровень, то, что мы делали, все ноль. То есть здесь был заезд, вон он шлагбаум, кто помнит. Так что... Металлоприем УГМК, знаменитая компания. Дальше вот там, где трубы дымятся. Какие-то мышки бегают или крысы бегают, следы. Около метра снега. Ну что, начнем пробивать дорогу, работать. Сегодня должны пригнать Ниву, чтобы лед чистить полегче, замеряли лед. Ну и что у меня тут тикает. В общем, начинаем работу. Выключаем. Включаем пониженную. Включаем повышенную. Реверс вперед. Я сегодня еле завелся, ребят. Не знаю почему, минус 18. В гараже было, ну на улице чуть побольше может быть. Но все равно я заводился. Вчера, позавчера при такой температуре, я сегодня завелся. Может быть то, что видите, целый день работает печка. И целый день фен вчера работал, ну на малых оборотах. Сейчас гидравлику покачаю. Возможно, подсел аккумулятор. Кто-то... Я думал, ко мне спортсмены едут. Нет еще. Так, ну все, погнали работать. Чистим. Беремся до шлагбаума, ключ у меня в кармане, открываем шлагбаум и погнали дальше.
вот, ребят, надуло снега. Хорошо. Низинки, да. Погрузчик еле справляется. МТЗ-ка бы точно здесь не справился. Дела. Слушается погрузчик. Пошел, давай. Красава. Боксовые. Барханы у нас. Аж на этот попало. Снег. Такая есть функция. На диски попало. Снег. Парит. Такой барханчик. Поехали дальше. Солнышко. Солнышко, я как в теплице. Тепло. Да. Надо же нам ворота открыть, а выходить-то неохота. Да. Так мы открываем ворота аккуратненько, не ломая ничего. Все, погнали, тут вроде чуть поменьше. Площадка, вон, видите? Ну, тоже сантиметров 40-50 есть. Смотрится моя дорожка. Вот так смотрится дорожка. Нечищенная. Прошло полчаса. Прошло еще полчаса, но тут на сужение идет. Чуть побыстрее. Здесь вот сильные кочки. В этом месте. Так сейчас поуже пойдет и чуть побыстрее будет. Дымит, а вот из земли идет, видите? А помните, я вам снимал паровоз? Только паровоза сейчас не видно, а он есть. Вот. Там стоит паровоз, только что гудел. Здесь дальше пошел в одну сторону.
влево, потому что роза ветров оттуда, ну если смотреть по дыму, то он от нас сейчас туда дует, а так-то он вот туда, в ту сторону дует. Поэтому здесь, вы видите, полное это, ну как снегозадержание получается, и вот так, но нет, то есть полное. А эту зацеплю, там есть баллоны, и закатают машины, либо я проеду, закатаю. То есть вот этот снег надо будет раскатать, ну и кочки убрать. И поравняется дорога, закатается. Сейчас на скоряк делаю. Это все сзади выглядит. Ну, идем вперед, двигаемся. Еще полпути не прошли, полпути будет на повороте, наверное. И туда. Там еще стоял. Хотя, может быть. Нет, нету еще полпути. Решил остановиться, пообедать. Как шумит. Сегодня я взял сок яблочный, шауха, остыло уже, тепленько, в кабине тепло. Видите, вот толкаю на эту сторону, роза ветров отсюда сюда дует, и, ну и как бы, как вам сказать, сам был молодой, тоже денег не хватает. На все тогда не хватало, вернее. Я бы мог их в обе стороны, вот как в начале, там большая площадка, я делал в обе стороны. Но там есть место, где завихрень, ну и будет, как бы пока додует до дороги. То есть места хватает. А здесь уже поуже идет. И здесь сразу, если я сделаю выше, то им сразу за одну ночь переметет всю дорогу. Так-то она будет переметать, нарастать, а дорожка у них будет вот здесь. Через раз, через два они меня вызовут. А так, если я им вот так сделаю, то на следующий, там, завтра, послезавтра подует сильный ветер, и им дорогу всю переметет. Это проверено, как бы, я знаю. Ну и что им по 10 раз дорогу чистить, когда они потом могут зацепить эти треугольные, я им колеса сделал, потаскать на машине. Но я тут пройду еще край, и как раз раздолбится и замажется вот эти кочки все, которые там появляются. Вот, а потом они уже машины закатают. Ну а пока я долблюсь в ту сторону, снега очень много, сантиметров 50, а здесь вот почти что 70. Ну, сами понимаете, задувает. Ну а мне приятного аппетита. Вам приятного просмотра. 6 января уже. Ну, работаем. Работаем. Появляются нюансики на тракторе, но позже расскажу. Не успел, пацаны, заснять. Вон он, где-то туда паровозик побежал. Ну-ка, подуди еще разок. Вот от него дым, видите, какой. Вон там где-то бежит. Не хочет больше дудеть. Все, за лесом где-то скрылся. О! О! Их два даже, по-моему. Вон он дым пустил, пар пустил. Следы лисички. Видите, прям хитрая тоже. Не шла по мягкому снегу, а шла про брустверу и вот что-то искала. Может быть, мышку унюхала. Свежий след утром шла, видимо, и по брустверу туда ушла. Решил немножко прокатиться с
снегу капец. Трактор идет. Треугольником я делал. Встали. Снега капец как много. Да. Получается потихоньку с этого края решил идти. И сейчас звонила мне дочь, звонили, получил я дочерей люлей, так сказать. Фух, перекурить. В общем, история такая: на Новый год девчонки нам с Оксаной, ну, с мамой подарили билеты на уральские пельмени. Билетов не было. Подарили нам на ледовое шоу новогоднее. А я не смог пойти. И они сейчас обиделись и мне звонили. Папа, ты такой псикой. А спалила меня меньшая дочь, потому что меньшей дочери пришлось идти с мамой на шоу. Так что вот так, ребят. Ну, я понимаю, отдыхать надо, но и помочь надо ребятам, потому что надо сезон открывать уже. Гоночный. Все уже ждут, просят, звонят. Саня, пожалуйста, ну надо выручать. Ну и я люблю отдыхать в тракторе. Вот. Ну, не судьба, значит. Ну, в следующий раз пойдем на какой-нибудь концерт еще. Либо на уральские пельмени, либо еще куда-нибудь. Но поработать тоже, ребят, надо. Что делать? Надо. Так вот, прохожу. Один
разделил тут на две части. Так вот она выглядит сзади. Дорожка. Потом вправо еще возьму, быстрее будет. Ну и валы его меньше. И там еще мне немножко есть туда пройти. Ну и потом зацеплю те баллончики, которые вытащил. Затемнеет, чтобы потом не потерять их в снегу. Ну сразу нашел, как-то тыкнулся и сразу нашел треугольный. Потом покажу. Далеко осталось состыковаться. Сзади меня вот так вот получается. Ну, уже, как говорится, попа уже капец как. Я уже его подложил мягко, у меня тут две. Все равно попа как деревянная. Так. Надо попить соку и перекурить. Солнышка уже нету. И там закончить и прогнать дорогу, чтобы дорога была вообще четкая. Все, дорогу соединил. Сейчас у меня тут до конца, вернее там до ворот, а здесь я уперся, у нас оттепель была и внизу немножко как такая, ну как лед, и оттуда наверх не могу, я сейчас придется ту сторону скидать, и вот у меня сейчас полоса вправо пошла, сейчас ее дохожу. Цепляю эти треугольные баллоны, которые я делал треугольником, и иду, цепляю их на левую сторону, чтобы у меня правая идет по краю, а слева будет оставаться вот такой вот насыпная вот такая фигня, ее будет треугольником так вот размазывать. Куры ходят. Вот как-то так. Там сова полетела. Работаем. Немножко осталось, но уже стемнело. Еще надо. Туда до озера пробить дорогу. Туда. Но если пройдешь в один след, это будет как снегозадержание. Значит, надо будет отсекать половину площадки и сдвигать сюда. То есть толку, что я пройду сегодня, да? Допустим, завтра они на машине поедут. Но она ее забьет, короче, за ночь, если ветер будет хороший. Так, а здесь что у нас? Здесь, смотрите, видно хорошо на камеру. Расширяется дорога. Сюда сейчас я светлую кучу делаю. Во, видите, здесь хорошо тоже видно. Добивая вот эту вправо. Куда? На речку пробиться как-то надо. Вот такая волокуша у меня получилась. Я ее не за центр цеплял, а вот прям просто вот надел за этот. И все, у меня сейчас с этого боку выползает, который его вот размазывает. Вот. Сейчас. Ну, сейчас поедем, покажу. Там поперечных много. Назад-вперед тыкаться уже.
как говорится, у меня уже сил нету. Сюда тыкаться уже запарился. Сейчас тут пройду и сюда ближе потом возьму. Как раз все кочки, все замажутся волокушами. И уберутся кочки. Сейчас туда назад пройду два раза. И дорога будет ровная. И вообще классно будет. Днем делал, но она уже подмерзла. Волокуши вон едут в зеркале. И то они даже вот эти, я срезаю, они вот так переползают, потому что замерзли уже вот эти поперечки, они все замерзли. Сейчас я их срезаю ковшом, затрет и будет дорога офигенная, и быстрее будет сделано. Тут я уже затирал ковшом задом, пока туда ездил. Повороте слетает, я ее вот так одеваю через сюда, через бамперов и туда слетает. Ну сейчас руками придется подтащить. Вот видите, прохожу где все как погано, и вон так все ровненько. Волокуши вон за мной идут. С этого боку, то есть с этого уходит туда, в ненужное, а с этого вылазит, ее размазывает. Дорога так получается. То есть середину так прошел, сейчас края прохожу, отцепляюсь, и все на сегодня. И на сегодня все. Бывает тоже. Там это с дороги ручей и вымыло, короче. Так что как-то так. Город тоже зажегся огнями своими. Вот тут хорошо видно, видите, правый край и левый какой ровный получается. Красота среди бегущих, первых нет-нет, отстающих. Все, я что-то сегодня устал. Сильно прям. Ну все, ребят, тут все красивенько, туда выезд не сделал, но сейчас я по телефону переговорю с Стасом, что-то завтра надо будет, и на, все равно тут на целый день работы, до озера пробивать, кто-то волокуши бросил. Так, время у нас что? 6 часов, как раз доеду, шлагбаум закрою и все. Там еще пару раз где-то подобрать надо. И на сегодня все. С 10 до 6 я отработал. Все, всем удачки, всем пока.